Братух, братуха, там воздушный шар, помаши ему рукой. Где? А, вижу. Но плохо видно. Махай, блядь, сука, быстро, нахуй, лапой. Сейчас, я. Типа батьки. Батьки. Сейчас. Смотри, типа батьки. Не свети в ебало, сука! Глаза даля. Блять, тебе ебало такое, звезда. Сука, у тебя борода такая, блядь. Щель во рту, ёпта. Хоть, блядь, бери и еби, отвечаю. Только давай это без мата, понял? Видео без мата? Да. Почему? Потому что. Да ты так хочешь? Да. Ну ладно, если мне говорит парень с таким... Да стой ты на месте-то! Если мне говорит это парень с таким ртом, ну тогда ладно. А, ты увидишь на видео. Я видел, видел. Я смотрю. Какая моделька у тебя, Карло. Ну а, все, поехали. А, это другая, это замена. Здорово, народ, с вами Джеймс, и со мной Геймер, и это сервер Aqua Roleplay. Я не знаю, какой там у меня уже по счету серии, у геймера уже 40-я, да? 41-я, всем привет. Да, вот 41-я. И, в общем, сегодня мы будем варить наркотики в бусике, в таком трейлере, мамочкином трейлере. Короче, ладно, поехали, знаешь, поехали нас... Ой-ой-ой, тихо-тихо. Нас ждут, короче, на ярмарке. Да, сейчас нам выдадут автомобиль, и мы поедем на автомобиле, на новом, вообще прям. Там не особо такой прикольный автомобиль, конечно. Какой, тебе пойдет? Какая тачка? Тебе пойдет. Тебе пойдет. Ренчер? Ну да, вроде бы да. Как-то он называется, я не знаю. Так это нормальная машина, я тебе говорю. Поедем сейчас, накатаемся так, что привезем ее всю в пыляки, и паря потом больше нам ее не будет давать. Слушай, чувак, а как ты собрался эту варить все дела? Мы же даже не в банде. А это надо быть в банде? Ну конечно, я же тебе сказал. Ну тогда чем-нибудь другим позанимаемся, не проблема. Мне уже пишут сообщения, скок на фаг. Это понятно, это да. Фагио. А зачем, вот я не понимаю, менять машину на мотоцикл? Ну это мотоцикл, который стоит 5000. Это типа вот просто, типа как купить, продать. Я не буду ее чинить, потому что у меня много денег. Только купил, дай прокатиться. Воу, да у тебя тут даже нитро есть, нифига себе. Полный прокачка. Сейчас руль может даст, может быть, я не знаю. Погоняем нормально. Я тут именно дрифтую, знаешь, такой вот именно отец. Круто, едь давай, едь по трассе вперед. По трассе, йоу-йоу, давай гоночку, смотри. Давай. Вот, смотри, нам нечем заняться, будем гоночку сейчас. Давай, я тебе фору дам немного. Жва, да я выиграю, паря, смотри. А, кстати, только не... Бля! Я ж сказал, что я выиграю. Все, горю, выиграл. Все, с тебя 100 косарей, горю. Быстренько, организовал 100 баксов. Давай, сейчас. Я включаю нитруху и... Я тебя... Делай так. Нет! А куда мы едем? Я не знаю, просто катаемся. Поехали дальше. Ой, я врезался в заправку. Молодец, поехали дальше. Я шучу. Нам бы сейчас дигл, слушай. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Аккуратнее, она переворачивается. Лучше не гони. Так, а куда мы едем? Просто катаемся. Поехали, оденемся в куклы, вот эти... В магазин хиппи, поехали, я там не был никогда. Так, а здесь его и нету. А, это на Даймонде, точно. Да. Ну, какие-то тут же петухи, там, пингвины есть, вот эти, попугаи. Нету, где-то такого нету. А, это только админы выдают, что ли? Да. Я понял. И мы выходим на... Да гля, как ты так... Ты, у тебя читы, все, я так не играю. Ой, блядь, фура, давай бортуем фуру. Сейчас. Опа, тихо. Воу-воу-воу, паря, я вылетел. Опасно. И машина куда загорелась. Вылетел? Как так-то? Так-то как-то. Че, реально? Да.
В общем, чуваки, мы вернулись уже в машине, и у нас тут сопровождает нас девушка-байкер, мы едем за ней. Да, кстати, знаешь, что можно сделать, кстати? Че-че-че. Ты, конечно, будет не совсем культурно, можно ее, короче, взять в плен и продать каким-то китайцам. Ты че, дурак, она за этот, короче, девятка в мафии, она тебя самого продаст. Блин. Поехали тогда за оружием, будем мочить. Сейчас, за машиной, она за машиной. Будем типа батьки кататься и с нами тёлочки. Блэк Джек и шлюхи. Ну, если она увидит это видео, я не имел в виду ее шлюхой. Но это так, такая фраза. Так что, если что, без обид. Вот он, джипик. А как это она так сделала? Он фикс-кар машину поменял и все. Кар-парк и все. Две машины, что ли, у нее? Тут 50 машин можно в гараже хранить. Что? Да, 50 машин. Нифига себе. У меня всего одна. Дайте мне денег на нормальную тачку. Так, куда едем? Мне бы на домик хотя бы. Ну это не проблема, это куда? У тебя же тачка есть, тампа? Да, есть. Понял, тачка тверкует. Ага. Гля, тверк. Ну вообще, прыгает конкретно. Вот зря она так делает, она перевернется сейчас опять, как обычно. Зато тверк посмотрим. Тебе 2 кака сегодня не хватило, которые я тебе дал? Я их уже выкинул, нечаянно. Я, короче, прописал команду pay и передал нечаянно 2 ляма бомжу. Ну как это получилось, так интересно. Я не знаю, как тот меня загипнотизировал, короче. Я, короче, сквозь мониторы виртуальный гипноз, понял? И я, короче, прикинь, я сегодня бомжу передал у мэрии 1000, это он просил, я передал ему, там менты подъехали, я говорю, типа, вот этот чувак у меня украл бабки, короче. А я, помнишь, такой говорит, типа, он врет, он мне сам их дал. И менты меня хотели, короче, уже, прикинь, уже хотели мне розыск накинуть, типа, вы обвиняетесь там, в этом, типа, то, что обманули. Я быстро в тачку сел и свалил. Ну, вообще, это ландсталкер. Это чахотка. Почему чахотка? Потому что она неустойчивая. Что, чахотка неустойчивая? Ну да. Вот магазин. Тебе сколько сейчас денег? 29. Ну, мне что, еще что-то было, типа, ну там... Ну да, мне тебе после серии все нормально будет. Побухать, погулять, там, снять телок. Еще. Так, берем, знаешь, берем. Может снайпер рифу за 45 тысяч купить, а? Зачем? Шутка. Так. Дизерт Дигл. Дигл, я купил. 30 патронов, погнали. Погнали. А ну тут же есть, да, скиллы уже, типа? Да у меня все прокачано. Так, а где она? А тут, по-моему, без скилла так можно стрелять. Бля, что за херня? А у меня есть наркотик вроде бы. Так, погнали, давай. Садимся. Возьми пистолет в руки, как будешь садиться. Уровень зависимости у меня уже повысился до 40. Взять в руки? Да. Всё говорю! Гонста Гаснек. Что это значит, Гонста Гаснек? Не знаю. Может, гэнгста какой-то? Гонста Гаснек. Куда мы приехали? Ты умеешь плюс цель стрелять? Покажи мне. Мне жалко патронов, но я умею. Ну один патрон. А, круто, молодец. Именно такой паря из гетто. Могу тебя слить. Хочешь? У тебя есть наркотики, брат? Нету. О, открывай, Арио. Быстро, спасибо. Напиши, пусть к ППП едет. Куда? Ну, блять. Я понял. Контрольно-пропускной пункт. Подожди. Ладно, пишу. Ля, мы такие прям вообще изи из окна такие. Давай к СФПД сейчас. Угадайте, что мы будем делать? Играть. Мы себе водяные пистолеты купили. Наркотики есть, говорю? Нету, откуда? А наш может тебе? Они же там наркобарыжат. Ну только эти банды могут продавать. А они что продают в мафии? Да нихера они не продают. А какой тогда... Я знаю, продают. Подожди. Так они же наркотики продают. Пусть тебе...
Вот знаешь, что планирую? Так собрать огромную банду людей, вот типа сходка подписчиков твоя и моя, всем накупить оружие и зарашить ПД. Тогда нас так зарашат из баны, забанят нахер. Зачем? Это террористический акт. Стоять, говорю, пацаны! Давай ПРП, давай. Что? А я буду... Говори им что-нибудь ПРП, я буду с той стороны их отстреливать, давай. С какой целью прибыли? Играй ПРП. Какая цель у нас? Какая цель? Но я не буду же ему говорить правду, там, типа, завалить тебя. Скажи, типа, как можно к вам вступить? Ну, говори всякую хрень. Взять у вас интервью. Взять интервью. Сейчас я буду их обстреливать, подожди. Если дострелить дигл, конечно, то попробую, а если нет, то нет. Так, видишь, я вон, видишь? Тихо. Там мотоциклист. Подожди. Я стреляю. Ты не попал. Блять. Застреливает? Нет, ты не попадаешь никого. Не попадаю? Нет. А смотри, вояка вообще конченый. Попал, да. Стреляй. Иди сюда. Зря ты начал стрелять. Воу, за что меня-то? Я ж... Стой, тихо. Ну, я в шоке. Там война. Менты, суки. О, кстати, брателло, у меня-то остался пистолетик. Сейчас бомжа нас... Бля, меня убивают, сука. Беги. Мне нечего делать, я короче. Прикинь, у него ХП было вообще. Там почти на нуле он меня слил, у меня полное ХП было. Да, я ну вообще капец. Слит, говорю. Так, ты где, да? Ты на спавне? А, ты же рядом. На работе я у себя. Я слил только что с одного из своих, и мне теперь флаг в руку. Быстро. Принес, говорю. Вот пишет уже ИТ 1-2-3 ТК. У меня, кстати, классный ИТ. Поехали к ЛСПД подъедем. Давай, ну только у меня патронов осталось 16. Там достреляем их и будем заканчивать уже, наверное, да? Ну да. Сейчас, в общем, пацаны и девчата, хлопцы и девчата. Кстати, вот у вас в России там говорят хлопцы там? Нет, ну хотя вообще, может, говорит кто-нибудь, но... Ну, вообще все знают, да, что такое хлопцы, девчата? Ну да. Типа мальчики, девочки, собачки и ихние кошечки. Ой, тихо. Короче, вот хлопцы опять. И девчата, мы вот сейчас подъезжаем к ЛСПД. И сейчас тут мы... Димка. Вами... Димка Виноградов, подожди. Дима Виноградов — это лидер. Его надо завалить обязательно. Это шутка. Шутка? Да. Я не понимаю шуток. Надо валить тех, у кого вот вообще мало ХП. Вот этот с диглом, видишь сразу, да? Ну. Это опасность. Подожди. Поехали к мэрии тогда. А что у мэрии? Там же ЗЗ. Да никакой там ЗЗ нету. Ну так поехали. Чё ж мы стоим-то, ёп. Чё, давай завалим кого-нибудь. Вон, с автоматом. ФБР в машине сидит. Пока он выйдет, мы его сольём. Где? А, вот он. Стой, бля, перестрел. Бля, текаем из эпицентра, паря. Что за херня происходит, я не знаю. Я там кого-то подстрелил, подожди. По мне стреляют. Менты. Механик, сливаем. Ёбан, ну, брат, сейчас хер происходит. Мои патроны кончились. Меня обвиняют, паря. В машину быстро, сядь в машину ко мне. Беги ко мне в машину. Меня убили! А я... Подожди. Смотри, я тут их стрелял. И такие они даже не видели, что это я, по-моему. Я такой свободно ездил прямо перед ними. Они даже не знают, что это я. Дебилы, сука. Зато я попал в него 11 минут теперь сидеть 18 августа. Жесть. Ну это там адвокат есть? Я не знаю, я не хочу платить деньги каким-то госработникам. Ну что, давай заканчивать? Коррупция, вся фигня. И все это вы сможете найти, ребят, на Aqua Roleplay. В общем, на этом, ребятки, все. С вами был Джеймс и геймер сервер Aqua Roleplay. На этом все, да? Ну да. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы и до новых встреч. Всем пока.